Волнение в эфире Бомбар БТВ достигает своей критической отметки. Прямо сейчас будет жеребьевка турнира UTG Football Cup, Amadeus UTG Football Cup 2017. Рядом со мной находится Ярослав Ицковский, это основатель этого турнира и коммерческий директор туристической украинской газеты. Арина Журавлева будет вносить всех кандидатов в этом турнире, ну и, собственно говоря, показывать судьбу тех соперников, с которыми им предоставится сыграть. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, наши уважаемые участники и зрители нашей телетрансляции. Ну что, смотрим. Ну, давайте я в двух словах немножечко о самом турнире. Турнир проводится в 6-й раз. Титульным спонсором нашего турнира 2-й год подряд является компания Amadeus. В этом году у нас участвуют 12 коллективов. Многие команды участвуют не первый раз. Нас радует то, что в этом году к нам присоединилось 3 новых команды. Надеемся, что с каждым годом новичков будет прибавляться все больше и больше. Хочется сказать, что в этом году основные представители команд так или иначе связаны с авиационным бизнесом, а не с туристическим. Об этом можно говорить уже о том, что в туризме все-таки больше женщин, чем мужчин. Но мы надеемся, что ситуация будет исправляться и туристы тоже будут подтягиваться. А новичков можете озвучить, кто это? Мы их озвучим в процессе жеребьевки. Вот. Еще хочу сказать, что в этом году мы немного поменяли процедуру нашей жеребьевки, сделав ее, скажем так, аналогичной крупным футбольным турнирам. Учитывая, что турнир проводится в 6-й раз и уже есть, скажем так, команды, которых мы можем назвать фаворитами, мы сделали так называемые сеянные команды, то есть 3 основных претендента по итогам 5 проведенных турниров будут разбиты на разные группы, чтобы на групповом этапе они не встречались. То есть это 3 команды. Первая – это неоднократный победитель предыдущих турниров команда Windrose, она у нас будет в группе А. Вторая команда – это победитель прошлогоднего турнира команда «Поехали с нами», которая у нас занимает первую строчку в группе «Б». И команда, которая дважды выходила в финал – это команда «Tickets.ua». Она у нас присутствует под первым номером в группе «С». Ну что, можем начинать? Ну, давайте. В общем, сколыхнем немножко и поласкаем нервы всем тем, кто будет принимать участие в турнире. Ну, как говорится, первая поехала. Да, давай. Вот ты тоже. Вот тут кто-то упал у нас. Да, давайте, Ярослав, вы тоже помешайте, чтобы уже было настолько все честно, чтобы все отпечатки пальцев, чтобы все руки были к этому причастны. Наши. Да. Все, ну что. Первая поехала. Не знаю, кто это будет, поэтому на меня не гневайтесь. Вот как она залегла очень прочно, не хочет, чтобы ее доставали. Но такова судьба, вы будете... Да. Я буду озвучивать. Итак... Первая команда – это команда «Авиатор». Так, ну и давайте ее уже тогда… Да, давайте ее определим. Место расположения, поселим ее в ее соответствующую группу. Это у нас будет группа под названием… Это вторая группа «Б» под номером 4. Команда «Авиатор» отправляется к команде «Поехали с нами». К чемпионам предыдущим. Да, к победителю прошлого турнира. Так, двигаемся дальше. Так. Сразу хочу обратить внимание, что помимо самой жеребьевки, сразу же можно наблюдать за тем, как будут проходить игры, то есть расписание игр каждой из команд. Напомню, что турнир проводится в 2 дня. Первый день – групповой этап, 5 числа. Первые игры начинаются с 11 часов, и расписание этих игр вы сможете, полное расписание, посмотреть тогда, когда уже жеребьевка полностью завершится. Второй день – 6 августа 8 из 12 лучших команд разыграют, собственно говоря, первое место, и мы узнаем имя победителя турнира и обладателя кубка Amadeus UTG Football Cup. Под номером 2. Это новичок в этом году. Нет, к нам возвращается. Мы этому очень рады. Возвращается команда Hilton Киев. После 2 или даже 3-годичного перерыва команда вновь принимает участие в нашем турнире. И сейчас мы узнаем, с кем в одной группе команда будет играть 5 числа. С3? Да, группа С под номером 3 вместе с командой Tickets.ua будет выступать команда Hilton Киев.
Позвольте. Так хочется в будущее посмотреть. В будущее вы посмотрите номером группы. Join Up. Едва ли не единственный представитель туристического бизнеса. Команда Join Up сейчас узнает своих соперников. Евгений Хаджинов, наверное, сейчас внимательно смотрит за нашим эфиром. Да, отложил все свои бронировки по Мальдивским островам и в ожидании. В прошлом году он, кстати, позабивал очень много голов, чуть ли не лучшим бомбардиром был, Александр, если не ошибаюсь. Евгений нервничает, говорите. А3. Итак, группа А под номером 3. Это кому она отправляется? Получается? К команде Роза Ветров. Роза Ветров. Да. Так, ну еще и... многим в памяти финал позапрошлогоднего кубка UTG Football Cup, когда Windrose и Join Up играли в финале. Пожелаем им снова встретиться в финале в этом году. Да, но это получается, что три группы мы разобрали, значит, теперь идет уже второй соперник, по второму кругу мы идем, или четыре группы? Нет, у нас в каждой группе должно быть по четыре команды, пока у нас по две в каждой. Да. По две. Очень равномерно мы идем, можно даже подумать, что каким-то образом, Александр, у вас нагретые шарики. Нагретые, да. Ну, жарко на улице, что поделаешь, они тоже хотят выпустить пар, вернее, бумагу. Команда Авиалига. Можете озвучить. Мне говорит режиссер передавать. Да, все-таки давайте так, потому что камера на вас смотрит. Итак, поэтому... Авиалига у нас уходит в группу Б под номером 3. Поехали с нами и к Авиатору. Да, абсолютно верно. Так, надо немножко опять втрусить. И достать то, что там есть на дне. Залегло и ждет своего... Хочу сказать, участия. Что мы уже определили... судьбу 7 команд из 12, то есть трое сеянных плюс 4 команды, которые мы распределили в группах, и ни один из новичков турнира пока еще не знает свою судьбу. Ну, они там на дне все прячутся. Они здесь, да. Скорее всего, что он будет здесь, мне что-то так кажется. Не исключаю. Так, давайте. Снимайте с него таинство. Нет, нет. Это команда МАУ. Которая в прошлом турнире вылетела, по-моему, на групповом этапе, или нет? Нет, нет, не на групповом этапе, но... В четвертьфинале. Мы пожелаем им в этом году выступить гораздо успешнее, чем в предыдущий раз. Для этого мы должны понимать, в какой группе команда МАУ стартует в субботу. В группе А, я думаю, что команда МАУ и команда Роза Ветров только что очень обрадовались соперничеству друг с другом на групповом этапе, но как жребий... дерби получается. Да, жребий слеп. Вот. Так, ну что, новички, где вы там прячетесь? Не бойтесь. Александр, давайте мы сделаем небольшую паузу, учитывая, что мы практически уже прошли половину пути. Немного, два слова буквально о регламенте нашего турнира. Как я уже сказал, всего 12 участников, по 4 команды в каждой из групп. В следующий этап выходит 8 команд. Каким образом они определяются? То есть по 2 лучших команды из каждой группы это 6. И из 3 групп мы выбираем 2 лучших команды, которые займут третье место и покажут лучший результат среди всех команд, занявших третье место. Таким образом мы определим еще 2 команды для участия в раунде плей-офф. Итак. Команда Алиталия. Была такая команда. Да, команда была и есть. И надо сказать, что это одна из немногих команд, которая участвовала абсолютно во всех турнирах, за что мы им благодарны. Если Алиталия идет в группу А, то можно сказать, что будет заруба. Но нет. Нет. Группа С. С2. Да. Под номером 2, где команды не менее сильные, каждая из участников группы С рассчитывает на выход в следующий этап. Ну что, может быть, все-таки новички передумали в последний момент, нет? Да нет, вроде никто не отказывался, но они реально у нас, как говорится... Ну что, новички, ваша судьба тут уже просто статистически так складывается, что вы вынуждены, кто-то из вас, по крайней мере, первый... Открываем карты. Да. Пройтись. Итак, первая из компаний, которая... дебютирует в этом году в нашем турнире, это сеть агентств Соната. Да, были у нас, помнится, на эфирах. Вот видите, теперь у нас будут на эфирах. Так. Осталось только определить, где поселение где и с кем.
И компания «Соната» отправляется, назовем ее «Группа смерти», группу «А». И закрывает. Но эта команда новая, можно сказать, темная лошадка, а новичкам всегда везет. Поэтому не исключено, что у нас появится в этом году. Но у нас еще есть два новичка, поэтому фортуны, я думаю, что на всех не хватит. Ну, поделим на троих. Так, вариантов не очень много. Буквально два? Да. Новичок номер два. Это компания Skyfood Service, которая всех нас кормит на рейсах, которые вылетают из аэропорта Борисполь. Кто заказывает себе питание, конечно. И компания Skyfood у нас будет выступать в группе. Группа С под номером 4. Итак, две из трех групп у нас сформированы. Остается узнать имя последнего участника. Я его знаю, но немножечко поддержим интригу. Это вы, наверное, да? Нет, Украинская туристическая газета, нет? У нас была такая мысль, но потом мы отказались в последний момент, чтобы оставаться над процессом. Третий новичок – это компания Interavia. Компания, которая обслуживает многих авиаперевозчиков как в аэропорту Борисполь, так и в аэропорту Киев. Ну, тут сказать особо уже много не приходится. Очень непредсказуемо отправляется в группу Б под номером 2. Да, группа Б под номером 2. Ну, что сказать, друзья. Я думаю, что пора собираться на стадион. Потому как игры предстоят жаркие, помимо того, что будет... За кого вы болеть будете? Я не могу. Признайтесь. Я не могу ни за кого. У меня есть определенные симпатии, но болеть я буду за развитие массового футбола в туристическом и авиационном бизнесе. Потому что хотелось бы, чтобы все-таки мы приблизились к отметке 20 команд, с которой у нас стартовал первый турнир. Понятно, что многие команды уже, к сожалению, по объективным причинам с нами не смогут поучаствовать. Но я думаю, что в следующем году мы постараемся привлечь большее количество участников. В любом случае, те 12, кто откликнулся в этом году, вам большое спасибо. Мы ждем вас на турнире. Особо хочу отметить, что помимо вас, как участников, мы очень ждем ваших болельщиков, группы поддержки. Потому что единственное место, где можно будет в выходные дни спрятаться от зноя, это гидропарк, город спорта, трибуны под навесом. Да. Давайте еще раз дату озвучим. Итак, 5 числа, начало игр в 11 часов. И давайте мы еще раз озвучим результаты нашей жеребьевки. Рина, пожалуйста. Группа А. Под первым номером у нас команда Windrose. Второй номер Mao. Третий Join Up. Четвертый Sonata. Группа Б. Под номером 1 «Поехали с нами». Под номером 2 Interavia. Номер 3 Авиалига. И номер 4 Авиатор. И группа С. Номер 1 Tickets UA. Номер 2 All Italia. Номер 3 Hilton Kyiv. И номер 4 Skyfood Service. Да, и еще раз повторюсь, первая игра в 11 часов открывает наш турнир трехкратный обладатель кубка команды Windrose с явным желанием вернуть себе в поединке титул с командой Mao. Да, поэтому первое у нас как авиационное дерби, всех болельщиков приглашаем. Билеты разыгрывать не будем, но обещаем достаточно интересное зрелище. Ярослав, скажите, помимо кубка, что победитель еще получает турнира? Ну, помимо кубка победитель получает славу победителя среди всех туристических и авиационных команд. Плюс наверняка будут призы от нашего титульного спонсора, компании Amadeus. Вот. И пожизненная подписка на Украинскую туристическую газету. Само собой. Это само собой. Тут мы всегда рады нашим новым и нашим постоянным читателям. Вот. Поэтому еще раз, друзья, приглашаю вас на турнир 5 числа. Вход на трибуны свободный, вход на пляж свободный. Ждем. Да, и, кстати, я хочу еще такую ремарку в конце сказать, что берите как можно больше болельщиков. Их поддержка вам сыграет на руку, потому что я помню, в прошлом году не все смогли в полном объеме поддерживать, и это в какой-то степени сказалось на результатах. Да, возможно, чуть-чуть. Возможно. Да, поэтому до 5 числа, я думаю, что будет у нас сюжет, поэтому запасайтесь терпением, запасайтесь... И попкорном. Да, футбольными мячами, и хорошенько перед этим разомнитесь и потренируйтесь. Все, всем спасибо. Удачного турнира. Да.